До нового учебного года осталось чуть больше месяца. В учреждениях образования сейчас горячая пора подготовки и комиссионных проверок. Приемка проходит во всех школах, детских садах и объектах дополнительного образования. Подробнее об этой процедуре расскажут мои коллеги. Детский сад «Золотой ключик» на проспекте Гагарина в этом году стал структурным подразделением 27-й школы. Здесь открыто 11 групп, которые посещают 350 детей. Вопросу их безопасности уделено большое внимание. Два поста охраны, тревожная кнопка, автоматическая пожарная сигнализация и система дымоудаления на каждом этаже. На первом этаже здания у нас расположены 9 эвакуационных выходов. А в связи с тем, что в здании имеется плавательный бассейн, также эвакуационный выход имеется в плавательном бассейне. В том, что все перечисленное находится в рабочем состоянии, убедилась межведомственная комиссия. В нее вошли сотрудники всех надзорных органов. У каждого своя линия проверки. Объектом внимания инспекторов ГИБДД, к примеру, стали транспортные площадки и уголки по безопасности дорожного движения. Ну и, конечно, в первую очередь проверяются документы. Наличие паспорта по безопасности дорожного движения, в котором расположены схемы безопасных путей движения для дошкольников и школьников. И акт мы составляем приемки образовательного учреждения к новому учебному году. В этом образовательном учреждении все в порядке. Не возникло вопросов и у представителей Роспотребнадзора. В поле их зрения пищеблок, бассейн, медицинский кабинет и группы, где занимаются и отдыхают малыши. Решением комиссии детский сад прошел приемку успешно. Значит, тогда Анна Владимировна, Татьяна Борисовна, готовьте документы для того, чтобы можно было подписать и... приступайте к новому учебному году. Приемка учреждений образования проходит с июля по август включительно. В этом году межведомственной комиссии предстоит обследовать 150 зданий. Это все школы, детские сады и объекты культуры, где также проходит процесс обучения. Наша задача успеть все проверить до 15 августа текущего года и доложить, соответственно, в Министерство образования о готовности. Или, если комиссии будут выявлены нарушения, замечания, у нас будет 2 недели до Нового года к их устранению. В объектах образования, где проходит капитальный ремонт, а это первая гимназия, 6-я школа и детский сад номер 12, процедура приемки состоится отдельно. По графику строители должны завершить работы к 24 августа. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.